Коллеги, сегодня хотим рассказать вам про наш флагманский продукт. Это кластерные паровые котельные «Уран». Идеальное решение для вашего производства, которое может закрыть потребности в паре производительностью до 60 тонн в час. Данный комплекс, который мы сейчас рассмотрим, производительностью 15 тонн в час, с интегрированной автоматизированной водоподготовкой. И данная установка обладает всеми преимуществами наших мобильных решений. Изготовление в заводских условиях. Это полностью транспортабельное решение, которое перевозится без сопровождения. Это возможность финансировать и изготавливать такую продукцию в лизинг. И при этом не нужно ждать строительного сезона или выбирать массу подрядчиков, чтобы получить такую котельную. Сердцем котельной являются паровые котлы «Уран», которые как раз и обеспечивают все важные особенности данной установки. Это быстрый пуск и выход на рабочие параметры, быстрая остановка и очень хорошая адаптация к потреблению пара. Котлы вырабатывают каждый до 5 тонн в час с необходимым давлением и могут быстро объединяться в каскад. В зависимости от того, какая в настоящий момент потребность в паре, комплекс сам принимает решение, сколько запустить котлов в работу и на какой мощности каждый из них будет работать. Специально под объект мы разрабатываем индивидуальную автоматизированную водоподготовку. Наши инженеры-химики анализируют исходную воду и какой состав водоподготовки требуется именно под конкретный объект. С учетом того, что на станциях промывки и слива различных веществ конденсат практически теряется полностью, мы обеспечиваем комплекс водоподготовки, который может круглосуточно генерировать необходимое количество котловой воды с заданным качеством. Важно отметить, что комплекс водоподготовки такой же автоматизированный, как и сами котлы. То есть котельная не требует постоянного присутствия оператора не только в плане работы наших котлов, но и в плане водоподготовки. Несмотря на то, что это очень насыщенная технически и по производительности установка, она обладает достаточно комфортным пространством. Здесь удобно ходить, работать, обслуживать. При этом она сохраняет все возможности по транспортабельности. То есть данный комплекс будет транспортироваться всего 5 обычными еврофурами. То есть при перевозке не потребуется выполнять временные перегородки. Транспорт для такой установки найти совершенно несложно. Ну и нету никаких затрат на сопровождение и спецпропуска. Кластерные котельные «Уран» обеспечивают не только все плюсы наших котлов. Это полная автоматизация, работа без постоянного присутствия оператора, интуитивно понятное управление, работа с журналами, гибкое управление параметрами котла для обеспечения необходимого количества и качества пара, но и предлагают целый ряд дополнительных возможностей. Возможность объединять несколько котлов на единую паропроизводительность. Комплекс автоматики кластерной паровой котельной выбирает, на какой мощности должен работать каждый из котлов, сколько их требуется в каждый момент времени. И это все делается автоматически, без вмешательства оператора. Большим преимуществом котельных «Уран» является то, что все они проходят огневые испытания на нашем полигоне. То есть даже такой большой насыщенный комплекс не выезжает клиенту непроверенным. Мы заранее собираем его на нашем полигоне, испытываем, проводим целый комплекс проверок. У нас действует специальная программа обучения операторов и специалистов клиента. Они могут приехать заранее, пройти обучение прямо на своем комплексе, ознакомиться со всеми его нюансами и пообщаться с нашими ведущими инженерами, выяснить самые важные вопросы с точки зрения эксплуатации данного оборудования. Такой подход позволяет не только получить сразу готовое решение без проблем после монтажа, но и подготовить свой персонал к грамотной его эксплуатации.
практически все детали мы изготавливаем самостоятельно. То есть наше производство обладает полным циклом изготовления. В нынешних условиях это обеспечивает отсутствие рисков санкционного давления. То есть все оборудование, все металлические части, вся инженерная работа выполняется нами самостоятельно. А это значит, что даже при недоступности чего-то из элементов мы можем это переподобрать, переизготовить и обеспечить непрерывность вашего производства в любых условиях на внешних рынках.